Гимназия Одинцовского гуманитарного университета по праву считается одной из лучших школ района. В ней хотят учиться многие. Слухи о том, что гимназия полностью перейдет на платную основу, ходили давно. Больше всех были обеспокоены родители дошколят, ведь в этом году им идти в первый класс. Руководство района приняло решение встретиться с коллективом общеобразовательного учреждения и родителями, чтобы развеять все сомнения. Я хочу, чтобы по итогам этой встречи не осталось никакой недосказанности, недомолвок, чтобы мы все с вами ушли с теплым, позитивным чувством о том, что плодотворно, конструктивно поговорили, всем понятно, как будет развиваться завтрашний день, как будет развиваться гимназия, как мы переходим и с точки зрения детей, как они 1 сентября окажутся в новой муниципальной школе, и с точки зрения педагогического коллектива, как мы переоформим наших педагогов, которые уже не первый год дают очень высокие результаты по системе образования. Наше качество образования должно не то чтобы понизиться, а только вырасти. А, соответственно, условия для педагогов должны быть комфортными и не хуже, чем сегодня. С 15 июля текущего года гимназия станет муниципальным образовательным учреждением. Углубленное изучение основных предметов иностранных языков будет продолжено. За это время ребята достигли достаточно высоких результатов. Данное учреждение успешно реализует общеобразовательные программы, но и результативно ведет работу с детьми, которые имеют высокую мотивацию к учебе и высокий уровень интеллектуальных способностей. Также на встрече был представлен проект строительства на территории гимназии современного стадиона и детского сада. В том числе бюджетом выделены средства на ремонт здания. Статус лучшей гимназии в Московской области нужно поддерживать, подчеркнул Андрей Иванов. Пока гимназия АГУ продолжит работать в обычном режиме, это касается и приема новых учеников в первый класс гимназии. Мария Шматкова, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово».